Кантемир, неудачный результат, серьезно уступили. Ну, как на твой взгляд, чего сегодня не хватило для того, чтобы навязать борьбу и, собственно, победить? Я даже не знаю, чего нам не хватило. Я думаю, ЦСКА были сегодня побыстрее, переиграли нас полностью. Сказать, если честно, нечего, без комментариев. А так хочу извиниться перед болельщиками, перед Тулой. Сегодня вышли 6-0, опозорились, поэтому, надеюсь, реабилитируемся в последнем туре с Локомотивом. И на хорошей ноте закончим чемпионат Тулы. Психологически сложно будет сейчас готовиться к Локомотиву? Ну, как сказать, после 6-0, может, с другой стороны, наоборот, все будут собраны. Постараемся, конечно, выиграть. Нельзя говорить, что Локомотив сейчас перед расслабленный. Но сделаем все, чтобы закончить этот чемпионат на хорошей ноте. А так, извините за сегодняшнюю игру с ЦСКА.